История России с 882 года по 2023 год является долгим и сложным периодом, полным важных событий и перемен. Давайте рассмотрим основные этапы истории этого периода. В 882 году на Руси правил князь Олег, который стал первым правителем, объединившим восточнославянские племена. Он установил столицу в Киеве и создал Киевскую Русь. В следующее столетие Киевская Русь процветала, развиваясь как культурный и торговый центр. Однако в 1240 году Киев был захвачен монголо-татарами, что привело к раздроблению Руси на множество независимых княжеств. В это время началась эпоха феодальной раздробленности, когда разные князья сражались за власть и территории. В 1480 году князь Иван III освободился от монголо-татарского ига и объединил многие княжества под своим правлением. Он стал первым великим князем Московской Руси и начал строительство Московского Кремля. Под его правлением Московская Русь стала мощной и централизованной державой. В 1547 году Иван IV, также известный как Иван Грозный, стал первым русским царем. Во время его правления Россия расширилась на восток и на юг, а также началась колонизация Сибири. Однако Иван Грозный был известен своими жестокими и тираническими методами правления. В 1613 году началась эпоха Романовых, когда Михаил Федорович Романов стал первым царем из этой династии. Под его правлением Россия продолжила свое расширение на восток и юг, а также укрепила свое влияние на Балтийском море. В 18 веке Петр I, также известный как Петр Великий, провел реформы, направленные на модернизацию России по западному образцу. Он основал Санкт-Петербург и сделал его новой столицей, а также провел многочисленные реформы в армии, администрации и образовании. В 19 веке Российская империя столкнулась с серией социальных и политических потрясений. В 1861 году было отменено крепостное право, что привело к освобождению крестьян. В 1905 году произошла революция, известная как «Кровавое воскресенье», которая привела к введению ограниченных политических свобод и созданию Государственной Думы. В 1917 году произошла Февральская революция, в результате которой была свергнута царская власть. В октябре того же года большевики во главе с Владимиром Лениным совершили Октябрьскую революцию и установили в России социалистический режим. В 1922 году была образована Советская Социалистическая Республика России, которая в 1924 году стала частью СССР. В следующее десятилетие Советский Союз стал одной из ведущих мировых держав, однако его экономика и политическая система столкнулись с проблемами. В 1991 году после неудачного путча коммунистических лидеров СССР распался, и Россия стала независимым государством. В 1990-х годах страна столкнулась с экономическими и политическими проблемами, но в последующие годы экономика начала расти, и Россия восстановила свою роль в мировой политике. В 2023 году Россия продолжает развиваться как сильная и влиятельная страна. Она активно участвует в международных делах и стремится к экономическому и социальному прогрессу.